К утру вторника все магистрали Владивостока открыты для проезда. Спасатели, энергетики, дорожники и другие службы продолжают сейчас устранять последствия разгула стихии, обрушившейся на город накануне вечером. Продолжается уборка наносов грунта с косогоров на дороге и тротуары, идет прочистка сетей ливневой канализации и сброс воды. Прогнозируемый уровень осадков, который мы ожидали, это до 50 мм за 12 часов и менее. По факту на 7 часов утра 20 августа на территории Владивостокского городского округа выпало 113 миллиметров осадков. Это более чем в два раза ожидаемого прогноза. Службы работают в режиме повышенной готовности. Оперативно убирали наносы на дорогах, обеспечивали беспрепятственный проезд техники. К сожалению, не обошлось без подтопления у нас территории. И в районе Спортивной и Фадеева у нас подтоплены на сегодняшний момент подвальные помещения. Там порядка 12 домов многоквартирных. Службы, работа спланирована, приступают к откачке воды из подвалов. Были подтоплены и социальные объекты. Службы совместно с пожарной охраной быстро реагировали и своевременно обеспечивали откачку воды из помещений. Также из-за сильного ливня на электрических сетях произошло 24 аварии. Практически все из них уже устранены. Артем Белов, Диана Иванова, новости на восьмом.